В Кудряшова. Первая буква — Константин. Да. А, Надежда. Девушка, точно нет? Вы хорошо посмотрели? Да нет, миленькая, вы пойми... Алло. Алло. Идиоты. Сволочи. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как я могу навести справки по поводу пропавшего человека? Кудряшова Надежда. Вот так вот прям, да? Так прямо и говорил, да? Прям так и сказал, прям замуж, замуж. Ждал, да, что ли? Да? Ты чего? Нет, ну вы совсем с ума сошли, что ли? Заняться нечем больше. К Бубновой вложите, пожалуйста. Слушай, я с ним каждый раз дежурить — это пытка какая-то просто. Что он из себя мнит? И подумай, прежде чем замуж выходить. Да уж подумаю. Такое дело. Нина, будьте любезны, во вторую санитарку пришлите. Грязь невозможная. Хорошо. Слушай, ну это вообще просто... Знаешь, я сегодня всю ночь не спала. Это ужас какой-то. Просто не знаю, что делать. Кошмар. Сумма-то не маленькая. Да, кошмар, ужас. Я сама переживаю. А Грозовскому, представляешь, заикнулась? Так он кричать стал. И знаешь, как кричал? Просто ужас. Ну, знаешь, это не новость, что он кричит. Это обычное проявление формы эмоций в нашем департаменте. Дубровская, ты что уши развесила? Иди работай. Да не волнуйся, Антипова. Не переживай, побереги свое сердце. Все образуется, Кудряшова найдется, и деньги тоже. Не волнуйся. Ты думаешь? Конечно. Ты меня хоть успокоила немножко. Слушай, ты представляешь, это ж я не знаю, что делать. Это с ума сойти можно. 30 тысяч долларов, ты понимаешь? Ты что здесь стоишь? Я тебя посылала куда-то. Вот и вперед. Ты понимаешь? Мне так сердце защемило. У тебя есть что-нибудь? Ну, корвалольчик там. Дашь? Есть? Хорошо. Дима! А Кудряшова-то, а? Ой, неладно что-то в датском королевстве. Ты знаешь, мне до этого нет дела. Как нет дела? Все кругом на ушах стоят. А тебя это не интересует? А мне все равно. Все равно. Ну, Дашка, ты просто сфинкс какой-то. Как дела у нас? Неплохо, неплохо. Неплохо. Голова кружится. Так, давай здесь посмотрим. Ничего, ничего. Молодцом. Так, вот это ты, в принципе, уже видел. Я только скорректировала. Вот это, да? У тебя зажигалка есть? Нет, я бросаю. Посмотри. Да. Молодец. А вот это все заново. Ну? Это материал по стройкому. Да я понимаю. Нравится? Ты знаешь, а как у тебя с ними? Нормально. Ну, отлично. По-моему, все хорошо. Можно связываться с заказчиками. Отлично.
Все? Угу. Дим, в бухгалтерии рвут и мечут. Знаю. Странная история. А ты что думаешь? А я, Дашечка, ничего не думаю. Дим, ну а что ты знаешь о Надежде? Ничего. Что она подруга Ольги? Что работала на консервной фабрике? На ткацкой, Дашуль. Может быть, она в тюрьме с ней работала, Дим? Я тебя умоляю, Даша, я тебя прошу. Но я сама в это не верю, Дим. Но деньги-то пропали. Из песни слов не выкинешь. Да. Дмитрий Эдуардович. Да, я вас слушаю. Вы уж простите меня, но я не знаю, что делать. Что случилось? Но может, Кудряшову в розыск объявить? Что делать с деньгами-то пропавшими? Сумма-то немалая пропала, я с ума схожу. Что делать? Списать. Как это? А вот так это. Если кто-нибудь, что-нибудь скажет по поводу этих проклятых денег, я вас всех уволю. Вы свободны. Дим. В больницах ее нет, в моргах ее нет. Значит, она у Ольги. Ты звонил? А что ей звонить? Где она еще может быть? Ну, ничего, да. Ничего. Сама позвонит. Найдется. Мобильник куда-то делся. Ты поищи. Кажется, вчера его здесь оставил. Ой, Димуля, у тебя на столе такой бардак. Даш, да я искал. Искал? Угу. Ну, значит, потерял. Значит, потерял. Да, приятного мало. Но не смертельно же. Я сейчас пойду платить за телефон. Могу тебе купить и разобраться. Дашкевич, спасибо тебе. Ладно. Не грузись. Угу. Угу. Все уладится. Держись. Все! Сдаюсь! А что это значит «сдаюсь»? Это я выиграла! Тогда я сдаюсь на милость прекрасной победительницы. А у тебя хорошее настроение. Превосходное. Это как-то связано с нашими планами? Может быть. Рады слышать. А вот это уже я рад слышать. Вот таким ты мне нравишься. Спасибо. Ну что, боишься? Ну, правда, может быть, ты и суеверие. А я не суеверный. А с другой стороны, действительно, твои технологии, твое личное дело. Мне важны ощутимые результаты. Я прекрасно помню. Вот и славно. Пойдемте посмотрим, как там наши сбитые. Ну что, хоть как зовут вас, вы помните? Пить дайте. Как зовут, помните? Вы что, садист? Пить хочется. Нин, дайте ей воды. Ну? Как зовут вас? Надежда Кудряшова.
Чё заладили? Как зовут? Как зовут? Да не заладили. Просто долгое время вы пробыли без сознания. Надежда Кудряшова. А сейчас что? На улице 2513 год? Примерно так. Вы знаете, что вы беременны? Я беременна? Знаю, конечно. Но плод не пострадал, хотя, конечно, ультразвук сделать не помешает. Но пока все в порядке. А почему документы с собой не носите? Документы? А с ребенком точно все в порядке? Точно, точно. Страховка есть? Документы должны были быть при мне. Я всегда ношу их в сумочке. А страховка, шут ее знает. 115 на 75. Сумочки никакой не было, а значит... Как не было? Сперли. Так не было. Значит, ни документов, ни страховки, ничего нет. Родные есть? Конечно, есть. Только не в этом городе. Понятно. Родных нет, страховки нет, выписывать вас нельзя. Я не знаю, я, конечно, поговорю с главным, мы вас какое-то время здесь подержим, а там посмотрим. У нас здесь, извините, не центр социальной защиты, а больница на хозрасчете. Ручку и бумажку дайте. Это что? Это телефон работы. Позвоните, я там работаю. Mm-hmm. В 12-ю зайдите, болтайте, стоите. Алло? Здравствуйте. Вас беспокоит из 52-й больницы. Больница? Да, у вас есть такая сотрудница, Надежда Кудряшова. Нет. Нет, у нас такая не работает. Нет? Вы в этом уверены? Точно, я впервые слышу эту фамилию. Да. Ну, может быть, она раньше работала? Надежда Кудряшова. Спасибо. Ничего, до свидания. Кто звонил? Так, ошиблись с номером, а ты где была? Да у меня морда поплыла, ходила поправить. А у тебя левый глаз меньше, чем правый. И не морда, а лицо. Лицо требует уважения. С лицом работать нужно, детка. Дим! Я сколько раз говорил, что порог выровняли! Димочка! Да, Даш? Вот телефон. Мне кажется, что приличный. Правда, номер заблокировали. Что? Что за бред? Почему? Ну, я не знаю. Они сказали, неизвестно, украли ли его или потерял. Вы, в общем, заблокировали. Да что за ерунда? Я не понимаю, что ты кричишь на меня. Да я не кричу на тебя. Нет, ты кричишь на меня. Я стараюсь, нет, чтобы мне спасибо сказать. Даш, спасибо. Пожалуйста. Бред какой-то. Вот палата, вот ваша кровать, вот ваша тумбочка, располагайтесь. Так. Ну что, дозвонились? Дозвонилась. И с кем разговаривали? Не знаю. Ну вот, ладно. А что сказали? Сказали, что такая у них не работала. И не работает. Как это? Ну, это уж у тебя лучше надо спросить. Глупости. Глупости. Вы ложитесь. Доктор сейчас подойдет, вас посмотрит.
Я там 2 года работаю. Ну, значит, тебя там знать не хотят. У тебя неприятности? Что? Нет. С чего ты взял? Ну, молчишь. Как бы ты только что с налоговой пообщался. Ха, типун тебе на язык. Нет, обычные проблемы. Но они есть. Да меня вынуждают сделать один нежелательный ход. Очень эффективный, очень, но... К тому же будет намного меньше проблем. Слушай, а ты не мог бы свои мысли как-нибудь яснее излагать? Знаешь, я с детства не люблю всякие кроссворды, ребусы. Яснее? Угу. Нет, не могу. Все-таки завернем его в одеяльце, а то прохладно на улице. Нина Евгеньевна, да плюс 22 градуса. Ой, плюс 22, а Мишка все-таки простудился. Нет, я все-таки возьму одеяльце-то. Ну, нам не холодно же, да? Вот. Давайте. Вот Гулять. Так. Гулять. Вот. Вот. Сергей Леонидович вернется из поездки, а дома все в лёжку. Кому это нужно-то? Миша, ты что? Ну-ка быстро марш в кровать. Ты что? Ну-ка бегом. Давай. Ну ты что? И Петьку заразишь, и доктор тебе еще не разрешал вставать. Давай, иди быстренько. У меня же нет температуры. И замечательно, значит, ты скоро будешь здоров. Давай, иди ложись, я тебе почитаю. Маша! Маша! Тому отчаянно захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. А дальше читай Мам. Сам. Алло? Да? Что? Что значит не вернулась с перемены? Ну, там несколько строений придется сносить. Под котлован пойдет вся центральная часть. А если их не трогать? Не получается, Сергей Леонидович. И так пробовали, и так нерентабельно. Так что придется сносить. Вы со сроками-то успеете? Да. А как со сроками? Так ломать не строить. Прошу прощения. Быстро управимся. Да вы не волнуйтесь, Сергей Леонидович. Алло. Мы вас не подведем. Алло, да. Алло, Сереж? Маша пропала. Не знаю, мне позвонили из школы и сказали, что она не пришла с перемены. Они звонили в милицию. Ее нигде нет. Я не знаю, что делать, Серёж. Первым же рейсом, слышишь?
Сама ничего не предпринимай, все может быть очень серьезно. Я сейчас же еду в аэропорт. Макарыч, когда ближайший рейс на Москву? Ночью, в 3 часа по Москве. Слышишь? Я выезжаю. Утром буду дома. Все, все, еду. Поехали. Мам! Чего, Миш? Мама! Маша к бабушке, по-моему, уехала. Что? Маша к бабушке уехала. Что? Куда она уехала? К бабушке. Куда-куда? К бабушке? Да. Как к бабушке? Ну, она нас давно обещала к себе двоих в гости. Так. И меня не взяла, потому что я болею. А Машку взяла. Да ты... Ты что? Вы что? Вы что, с бабушкой встречаетесь, да? Да, она к нам в школу заходила. Господи, ну ты глупый мой, ну любимый мой. Ну что ж ты мне сразу-то все не рассказала? А она мне не велела. Господи. Что, что ты не понял? Людей к моему дому быстро. Теперь ты понял? Сережа, ну что же это такое-то? Ну не дозвониться же, ну... Ольга Михайловна, какой ужас, какой ужас! Уйди! Это что же это делается? Что же это делается-то, Господи? Господи, спаси и сохрани! Ой, Господи, Господи, Господи! Ой, ой... Все не просто, так не просто, поверь мне. Сбываются мои худшие предположения. Сереж, может, ты преувеличиваешь? Кто-то крепко за меня взялся, крепко и всерьез. Рано ты волнуешься, обычно нелепость. Нет, нет, все выстраивается в одну цепочку. Сначала грязная статья в газете, сейчас вот ребенок. Потом пропажа денег со счетов. Ну, по крайней мере, загадку с пропажей денег, я думаю, мы в скором времени решим. Я уже подключил компетентные органы. Да, правильно. Разумный ход. А с Машкой не волнуйся. Найдется она, сегодня же найдется. Ну, сбежала из школы. Пошла в зоопарк с девчонками смотреть. С детьми это бывает. Можно позвонить? Ну, вообще-то не положено. Да ладно, не смылится твой телефон. Ну, быстро только. Так и будешь стоять? Да не сопрой твои градусники. Да. Алло. А Ольга Михайловна, будьте добры. А Ольги Михайловны дома нет. Никого нет. Я не могу ответить на этот вопрос. Хорошо, до свидания.
Болван какой-то. А можно еще разочек, а? Ну, еще один разочек. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Спасибо. Смотри. Ой, ну кто же может столько съесть? Ненормальный. Тебе же нужны витамины. Ой, подожди. Возьмите. Берите, берите. А то я обижусь. Спасибо. Совсем одинокая, к ней никто не приходит. И говорят, что беременная. Да? Угу. Вот, вот читай, вот читай, у меня все права, слышишь? Вот, вот статья 67, пункт 3. В случае отказа, поняла, гадина? В тюрьму тебя надо посадить, в тюрьму на нары вернешься, тебе там привычнее. Ишь, чего удумала, бабке внуков не давать. Да я тебя по судам затаскаю. Коля! Ты чего спишь? Эта тварь сына извела. Через нее у него вся жизнь поломанная. А теперь и внуков от бабки с дедом отлучает. Ну куда ты ее тащишь? Дитёж спит на ходу. Ну, в такую рань. Не пущу! Не пущу! Уйди. Ах ты, шалава! Да тебя же весь город знает! Весь город в свидетели пойдет! Чтоб тебе пусто было! У меня же все права! В аэропорт. Гадина! Ой, люди добрые, убила же! Убила! Ой, Господи! Ой, Боже мой! Ей ведь не дети нужны, Серёж. Она меня ненавидит. Понимаешь, просто ненавидит. Она меня тогда на порог своего дома не пустила. Я как нищая стояла у нее под окнами, чтобы на детей хоть одним глазком, гадости им про меня говорила. Ну все позади, все позади. В доме охрана, в школе тоже. Никто не сможет даже близко к детям подойти. Я тебе обещаю. Сереж, но она ведь и в самом деле нас по судам затаскает. Она нам жить спокойно не даст. А мы наймем адвокатов. Все будет хорошо. Она ведь их бабушка. Она ведь имеет на них право. Ой, судиться нам с ней всю жизнь. Всю жизнь. Подожди мне, я сейчас. Мамочка, ты чего не спишь? А бабушка мне шоколадные конфеты принесла. Mm-hmm. А я только одну съела. Мне ведь нельзя. У меня на них аллергия. Давай спи. Оль. Ну-ка быстро спи. Оль. Ну иди. Ладно. Иди. Thank you.
Здравствуй. Привет. Скажи, пожалуйста, а что ты здесь делаешь? Представь, жду тебя. У нас есть новости? Нет, новостей никаких. Я просто хотел тебя увидеть. На предмет? Беспредметно. А тебя это удивляет? Честно сказать, не очень. А может быть, мы поужинаем сегодня вместе? Я сегодня, к сожалению, не могу, но спасибо, что ты это сказал. Жаль. А ты действительно не можешь? Или не хочешь? Я действительно не могу. Но спасибо, что ты мне это предложил. В среду в 9. Тебя устроит? Конечно. Тогда до среды. Ольга Михайловна, Олечка, я ведь к вам отношусь как к родной. И детишек я полюбила. Не знаю, как я теперь буду без них. Но я стара. У меня сердце, давление. Ой, а уж за эти 2 дня, Господи, я так переживала. У меня даже приступ стенокардии был. Нина Евгеньевна, может, останетесь, а? Я к вам так привыкла. И дети тоже. Нет. Нет. Нет, вам нужна няня молодая, современная. А я... Я боюсь. Этот рэкет, воровство детей. И потом я решила. Уеду в Новосибирск к старшей дочери. У меня ведь там 2 внуков. Жаль. Очень жаль. Ведь это очень много. Да здесь мало. Вы столько для меня сделали. Я вас никогда не забуду. Здрасте. Здрасте. А она сейчас придет, ее на визи, на УЗИ увели. Кого? Ну, мама ваша или кто она вам? Нет, она мне никто. Вы меня не узнаете? Нет. Ну, а так? Не помните, нет? Точно не помните? Нет. Сейчас я все объясню. Понимаете? Ну, это я вас сбил. Здрасте. Здрасте. Ну что вы, я теперь вас век не забуду. Угу. Буду всегда помнить и узнавать. Вы знаете, я тут с врачом с вашим поговорил. Он сказал, что у вас очень даже все ничего. Ну, после ДТП. Да что, да гораздо лучше, чем это, до него. Все-таки я вижу, сердитесь на меня. Я вас прекрасно понимаю. Я бы на вашем месте тоже. Хотя на мне вины нет. Это факт. ГАИ установила. Но если вы что хотите, то можете все это дело опротестовать. Пожалуйста, имейте полное право. Ой, да ладно вам. Сама виновата. Да вы не сомневайтесь. Там все по-честному, все правильно. Тормозной путь померили, экспертиза, протокол. Все, при мне все это было. Все по-честному. Да я же сказала вам. Да ладно. Ну, тогда
Может, я вам чем помочь смогу? Чем вы можете мне помочь? Ну, как чем? Я, конечно, много чего могу. Я все-таки в милиции работаю. У меня сумку уперли. С деньгами и документами. Так. Найдете? Это будет сложновато сделать. Ну, я так и думала. Но только насчет сумки. А вот насчет документов, которые были в вашей сумке, это без проблем. Обращайтесь. О, вот еще. И вам тоже здрасте. Ну, не буду вам больше мешать. Поправляйтесь, отдыхайте. Да, одну секунду. Вот. Это мой адрес, телефон. Звоните, когда захотите. Чем смогу, тем помогу. Хорошо. Ну все, спасибо. Всего хорошего. Я пошел. Ей-богу, забыл. Это ж вам я принес-то. Возьмите. Кушайте на здоровье. Витаминчики так и прыгают. До свидания. Вот такие-то вот порядочных замуж не берут. Вот такие. Дочка моя. Так и сохнет в девках. Уж на пятый десяток перевалила. А мужикам им что? Им справил свое стыдное дело. И трава не расти. А вот такие, во, которые ходят к брюхатам без мужа, прости господи, во, вот такие-то, они всегда, завсегда, пожалуйста, мужики-то. А они потом и не женятся, а зачем им жениться тогда? Вот такие-то, прости господи. Что вы там несете, бабушка? Димочка, ну возьми трубку. Ну, пожалуйста. Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста. Как не зарегистрирован? Это еще что? Тебе кто разрешил? Тут не положено. У меня тут лекарство. Сейчас проверю. Так. Да заткнись ты. Чего? Чего, чего? Тебе, между прочим, тоже не положено в ординаторской спать ночью. Ах ты. Ты у нее еще попросишь позвонить. Гадина такая, а?
Кудряшова? Больная Кудряшова? Чего, все больная, да больная. Я уже здоровая. Вас без меня выписывали, вы о своем состоянии помните? Да куда уж забыть. Сейчас у вас период очень опасный для плода в плане самопроизвольного выкидыша. А, вы об этом? Значит, вам категорически нельзя нервничать. Никакой физической нагрузки и, самое главное, побольше витаминов. Хорошо. Берите. Берите, берите. Ну, у вас же сумку украли. Это на дорогу. Ну, нужно вам до дома как-то добраться. Вы сейчас домой едете? Ну, а куда же еще? Конечно, домой. Угу. Удачи. Спасибо. Догадайся с трех раз, что надо, если в дверь звонят, так что надо? Ольга Михайловна дома? Нет, Ольги Михайловны нету. А кто есть? Никого, уехали. А будут когда? А вот это мне и не сказали. Да подожди ты! Я ближайшая подруга Ольги Михайловны. Так. Да попить-то хоть дай, пить хочется очень! Знаем мы таких, старый трюк! Ты посмотри-ка, ее в дом пусти, она весь дом очистит, дура! Дура и есть дура! Слышь, скажи хоть ей, что Надежда приходила! Ага, обязательно! Кто приходил? Никто. Спрашивали, как до станции пройти. Так, а ну-ка пойдем, пойдем, посмотрим, как вы убрали свои игрушки. Пойдем, пойдем. Маша, бросай все, пойдем. А наша старая няня сама за нас игрушки убирала. А я ваша новая няня, и игрушки вы будете убирать сами. Вперед. Давайте, давайте, давайте. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ой. Thank you.
Мам, кто там? Здрасте. 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 Не торопись говорить о том, что в жизни счастья нет. Не торопись, прямо в сердце льется розовый рассвет. Ночь уходит навсегда, тая без следа. Я нарисую мир таким, каким люблю. На белом праздничном снегу рябин зарю. Когда прозрачна, как слеза, небес вода, ты говори, что счастье есть всегда. Говори всегда.